Свежестью сразу запахло. Находимся на Болоне. Вот такая церковь. И пойдем на набережную. То есть в конце этого уже месяца. С кем мы разобрались? Смотри, люди загорают. Класс. Класс. Это пляж на Болоне. На набережной. Блин, как круто. Люди загорают, купаются. Смотри, как круто. О, смотри, сколько много лодок и... Да. Что вот это ногами? Катамараны. Катамараны. И людей достаточно так много. Вот церковь. Наверное, напротив солнца не будет видно церковь. Плачешь? А ты была там хоть раз? Маленькая была на Пасху. Маленькая на Пасху? Да. А, в маленькой. Блин, против солнца не видно. Да? Не видно. Кефочка. За солнце не видно. Да, за солнце не видно. На мешочках можно таких садиться. Кальянная. Все для людей. Вон люди. Сидят, отдыхают. Вот. Как эти цветы называются? Петуния? Нет? Не петуния. Да, пахучие цветы. Класс. Все, жрете? Интересные такие кафешки разные. О, хлопчики сидят, музыку. Чай. Примороженка такое продается. Лакомка. Леша, хочу БМВ. Чи такого мотоцикла? Вот, видишь, лазанка, ты тут ходил? Это детская? Ого, такая высокая. Мы были в экстрим-парке у Дани на день рождения. Ну, да, там, я это редко может, делала. Может, 2-3 раза выше были, самые последние трассы. Вот там он был. Давайте. Обнимашки. А что значит вот это? Я не... Кожній людині є сонце. Пам'ятайте. Кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити. Пам'ятник сонцю. Все. Понятно? Змій Горинич. И такие Катигорошка, Чайвасик, Телесик. Катигорошка. Ой, а елка вся в паутине. Прикольно. Ого. Интересно как. Украина славетна. Выложена красиво цветочками. Чернобривці. И тоже крашеная стружка деревянная. О, я вижу там памятник лягушки царевны. Да.
Такой цветок. Я не буду, будешь рвать для меня. И да, или так. Интересно, что вот такое все в паутинах. Паучки. Лягушка-царевна. Подожди. А тут у нее должна была быть стрела, да? Все, стрелу уже забрали, не, видишь? Точно. Все. Кто-то увел стрелу. Якийсь уже принц вкрав стрелу. Какая маленькая рыбка красивая. Давай, Лёша, ты следующий, залезешь на рыбку, я тебя сфоткаю. Ты видишь, где вот руку прикладывает? Желание. У них уже залысины тут. Такой Ленин. Так. Собаки. Они научили нас ценить верность для того, чтобы мы не забывали тех, кого любим. Прочитала опять, как робот Вертер. Ага. Забывала такое. По носу нужно тереть или по голове? Шобы. Все пошли, я там сейчас как-то живу. Собаки. Этих никак от рыбки не отойдут. Да. Хотя бы 10. А смотри, и лягушку тоже за корону щупали. Тут за корону щупали. После чего у тебя культура? Волейбола? Волейбола. Вот там вот красиво, да? Так освещаются эти домики. Фиолетовые сидушки. Ты подтянешься несколько раз? Не потрындевайся. Понятно, на какие ты рыбалки ездишь. Все? Это все 17 раз? Так быстро. А ну иди хоть ты один раз потянись. Альфа-самец. Идем. Хочешь на гироскутер? Идешь? Давай, угоним гироскутер. Видишь, зато правильно. Ну, конечно. Все, 50, молодец. Молодец. Сильный. О, смотри, Саша уже катает. 120 рубасов полчаса. Мальчик вообще сидит. А можно я попробую? Иди догони Сашу, отбери. А можно я попробую хотя бы стать потом? Это про людей будущего. Это как помнишь? О, малый снег погнал. Опа, давай. Ракета все, промчалась. Ну, смотри. Девочка это или мальчик, смотри так, смотри. Опа! А ну. Дай просто попробую. Стоп, да ну, мне нужно съесть, стоп. Давай. Давай тоже попробуем. Они же сами как остановятся. Вот именно, сами становятся. Ого. Подожди, мам, да он пьяный. Стоп, колени нужно под... Отпускай меня. Опустика. Макс, ты сейчас туда, не туда. Макс на рыбалку поехал. А, это коленка надо? Да. Погоди. Робот Вертер. Ну что? Блин, я тоже хочу попробовать. Так возьми, попробуй. Только как управлять, им вообще непонятно. Ну там, походу, можно разобраться. А ну, Санёк, дайте тебе Санёк. Ну пусть Саша вот так вот прокатается, вернется и... Тяжело? Попробовал? Ну, тоже хочешь? Не хочу.
А я хочу. Прямо на Макса посмотрела и захотела. Серьезно. Захотела попробовать, чтобы, ну, чтобы понять, что все оно такое. Не дергайся. Вот это ты нервный. Давай, я отпускаю тебя. Падай сам, если что. И Макс уже вовсю. Горсая. Леша, ну как? Чистый кулачки. А Леша еще немного дергается. Смотри, Макс. Ноги устают. Я там разделил для них самую. Давай тебя, Алла, еще. Чего ты? Я разделил для них самую большую угрозу. Пончик. Ой, бублик. Смотри. Нет, что-то не едет. А назад она не едет? Нет, конечно. С таким лицом, серьезно? Набираем скорость. Не могу, не могу. Направо не могу поворачивать, чтобы не врезаться вперед. Правое коленко нужно поворачивать, чтобы поехать налево. Саша! Я рядом. Моя рука рядом. Надо чисто полуприсади, я так поняла, да? Ну да. О, видишь, уже совсем другое дело. А ты говоришь. Смотри, как красиво, да? Ого! Какие красивые домики. Тетя что-то пишет. А что вот это впереди за здание само такое? Трехэтажное или какое? Это гольф-клуб. Да? Это там... Там гольф? Действительно? Да, гольф, да, на ограде, рядышком на поле. А то ресторан. Боже, это она аж дальше туда проходит, куда она идет? Набережная. Маша, есть еще такие с ручками. Куда это она? Маша, туда, там парк начинается. А до Московского, до Московского моста? Да. Ничего себе. Я бы хотела бы увидеть хотя бы одного человека, который живет в этом... Там прокуроры, судьи. Прокуроры, судьи. То есть мы их видим по телевизору. А, наверное, еще щенок чешу. Смотри, какая красотка. Немецкая. Обычная овчарка полностью коричневая. Ну, как красиво играет. Серая овчарка, это или скидная пейска? Сколько лодок. Канупола. А на английском это круто. Красиво, да? А там, кстати, танцуют. Ого. Это любительские танцы. Да ты шо? Прикольно. Тут веслом как раз и закидывают. Мы так еще далеко не заходили. Нет, до Московского не пойдем. Леша побежит назад за машиной и будет уже туда ехать.
Бо я уже туда далеко не пойду. Да. Так красиво танцуют вообще. Lost in the woods, on the dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Танцуют и вообще даже не обращают на кого внимания, просто вот любовь, ты же хорошо ходишь, головой не ходишь. Паренек просто. Черных? Нет. Прозрачный. А, ты себя увидел? Леша увидел себя на двойника по танцам. О, да, смотрите. А вот это. Это-то. И шо, и нормально все. Нормально. Ты не можешь на себя смотреть? Да, три молодцы. Не позор меня, ну что ты делаешь? Машите ручкой. Запись дубля. Да сегодня, я так поняла, что это все закрыто. Это в честь того, что мы приехали. А прикинь, ого, класс. И это, слышишь, сверху тоже кидают, да, мячи? Откуда сверху? Откуда сверху? Ну, с вот этих штук. А как режим тут поменять? Я не хочу, чтобы у меня такой холодный режим был. Гольф-центр. Живая музыка, да? Ухтышка. Прямо интересно. Прикольно. Понятно, кто сюда едет заниматься. Кепочка впала. На
надо мне посмотреть какой-то, я не знаю, режим выбрать. У меня... Ой, на улице сел, такой класс. Ой, тут игра. Боже, какая тут красотища, посмотри. Круто. Как красиво. Ой, класс. Сюда. Я поняла. Это хозяин этого дома вышел и играет. Ему ж надо как-то это прокормить все. Проплачь. Ой, там солнышко, смотри, как освещает красиво. Та-да. И не туда, куда надо. Еще потом делать. Самолет летит. Это мы где-то, наверное, уже узнали, да? Давай, покажи. А ну, покажи. Давай. А ну, еще. Стой. Умничка моя.